я не помню врага. Я живу. У вас 40 минут задумано. Ага. 6 минут. Нет. Наталья, как настроение? Боевое. 51-му прибавляем. Вчерашняя гонка Бодрит реально прибавляет сил. Я с удачей. Дайте, пожалуйста. Спасибо. Скажи, как гонка вообще? В чем там фишка была? Вроде все нормально. Нормально? Не так уж и тяжело, как казалось. Ясно. По стрельбе что там? Все хорошо вроде. Нормально, да? Да, начало есть. Но это была раздельная гонка с раздельным стартом. А как в Мастарте? В Мастарте главная задача не быть в конце при старте. Так как потом тяжело, наверное, будет пробраться вперед. Так что я попробую сразу. Так а может наоборот, потихоньку там дочапать до стрельбища и там, или нет? Нет, потихоньку не получится. Стрельбище там. Лучше уж сразу, да, первое. Там вообще какие-то правила изменились, да? Какие правила по стрельбе? На квалификации стрелять нужно 8 стрел, как можно быстрее, неважно, попадание или нет. А дальше, если ты прошел, то 4 стрелы на один рубеж, и нужен обязательно одно попадание. Как на колено вставать? Ну так же встаешь, удобно там. Просто ногу. Да. Ногу прогибаешь и все, встаешь. Да. Сейчас научишься. Придется. Регин, как дела, как настроение? Отличное настроение. Ну еще, как вот формат соревнований, как тебе кажется? Вообще отлично, все придумано. Ясно, удачи. На 5 минут не 40, а будут у тебя 35 на часах.